Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня мы с вами будем подводить итоги розыгрыша по ссылочке от Bugzdrav. Я присвоила всем порядковый номер, да, в порядке того, как вы прислали комментарии здесь в комментариях. И те девочки, которые мне писали в личку, в ВКонтакте и в Инстаграм, они тоже получили порядковый номер. Теперь задача очень легкая, на самом деле кропотливая. Ютуб нам усложнил процесс. Конечно, не знаю, что с Ютубом происходит сейчас, почему он удаляет все комментарии, не только где есть ссылки, но и другие. Творческая студия тоже очень сильно тупит. Многие блогеры, я смотрю, написали прям негативные отзывы. В общем, что происходит с Ютубом, не знаю. Девчонки, как мы с вами конкурс теперь будем устраивать? У нас еще бьюти-бокс впереди. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Так, все получили порядковый номер, и сейчас с помощью генератора случайных цифр мы будем с вами определять. Нас всего получилось 25. Нам с вами нужен генератор случайных чисел. Возьмем обычный такой гугловский, выставляем, что у нас 25, и сгенерировать. Число 9. Сейчас будем искать, кто у нас с вами под числом 9. Так, где у нас YouTube? Так, давайте снизу. Сейчас по порядку выставлю. Я ставила по порядку. Снизу начнем. Так. Здесь у нас где-то 5. Эй, ты что не показываешь-то? Сейчас придется YouTube перезагрузить. Все, YouTube виснет. Сейчас, девчонки. Так, пробуем. Видео Bugzdrav. Пауза. Комментарии. Сначала новые. И снизу мы с вами сейчас пойдем. Так, все, вот мы внизу. Здесь у нас какой порядковый номер? А, еще только двоечка. Девятка будет повыше. Это какой? Семерка, восьмерка, девятка. Вот тут, наверное, у нас. Да, Лариса, я проверила ваш Facebook, я видела репост. Ну что ж, поздравляю, вы выиграли от всей души. Так, сейчас мы ее найдем в Фейсбуке. Сейчас я вам покажу репост, чтобы все было по-честному. Я в Фейсбуке, девчонки, уже не была 100 лет. Лариса Зыкова, вот я ее искала. По-моему, вот это, если я не ошибаюсь. О, да, я запрос отправила, да. Так, вот он, репост. Я не всех, кстати, девчонки, нашла. Кому-то в комментариях даже написала, чтобы добавили меня в друзья, потому что, ну, с такой именем, фамилией людей очень много. Представляете, я весь список перебирала и смотрела, у кого на стене есть вот этот репост. Лариса, он в Фейсбуке есть. Все отлично. Ларис, я вас поздравляю. Что вам нужно сделать? Вам нужно, во-первых, отписаться, конечно, под этим видео, да, что вы его увидели. И нужно написать Bugzdrav в соцсети. Ссылки на их соцсети под видео я под этим размещу, и под видео с конкурсом есть ссылки. И вот в любую соцсеть, в которой вам удобнее, вы пишете. Я продублирую им тоже, что вы выиграли, вашу фамилию, имя. И если у вас есть контакт, тоже скиньте мне, пожалуйста, ссылочку на контакт или добавьте меня в друзья ВКонтакте, да, потому что там в основном удобнее всего общаться с Bugzdrav. И, конечно, отпишитесь обязательно, когда получите посылку. Я буду ждать. Еще раз искренне вас поздравляю. Ну и всем девчонкам спасибо за участие. Всех люблю, целую, всем пока-пока.